Часть 2. Программа Трактор DJ Studio 3.4. Урок 1. Интерфейс. Основной экран программы Трактор DJ Studio состоит из окна сообщений, заголовка основных функций, рабочей станции и браузера. В программе также имеется набор опций, находящихся в подпункте Preferences, пункта меню «Файл», и позволяющих настроить Трактор DJ Studio по своему усмотрению. В левом верхнем углу экрана находится окно сообщений, работающее в двух режимах – Tooltip и консоль, переключаться между которыми можно при помощи кнопки с изображением буквы C. В режиме Tooltip окно сообщений отображает краткую информацию по всем функциям программы, а в режиме консоль сообщает об ошибках и текущей обработке данных. Основные функции программы, такие как аудиорекордер, частотные фильтры и эффекты размещаются на четырех страницах, переключаться между которыми можно с помощью кнопок Page. Для того, чтобы открыть панель какой-либо функции, нужно нажать правой кнопкой мыши по пустому пространству в месте расположения основных функций и в появившемся меню выбрать название интересующей функции. Выбрав пункт Close this panel в вышеописанном меню, можно закрыть панель данной функции. Рабочая станция состоит из двух дорожек для проигрывания аудиофайлов и программного микшера, предназначенного для смешивания и обработки звукового сигнала. В нижней части экрана расположен браузер, правая часть которого отображает список директорий, а также функции быстрого поиска Search Expression. В основной части браузера отображается список треков из указанной директории, включающий в себя подробную информацию об их характеристиках, таких как продолжительность, количество ударов в минуту, частоту сэмплирования и так далее. В браузере существует возможность создания 10 сборников с избранными композициями, первым из которых можно найти все проигрываемые ранее треки.